Добрый день, дорогие друзья. Вот попробуйте догадайтесь, что у меня есть. Видите, что у меня такое? Ну да, те, кто знает, уже догадались. Потому что у меня перга. В руках перга. Целая сота перги. Вот все темное. Это и есть перга. Солнышко специально вам поставил, потому что там, где прозрачен, там либо мед, либо пустые места. Вот перга. Здесь вот есть ролик, который мы с Николаем записывали. Вот здесь вот такой кружочек с буковкой И. Можете на него пройти, там Николай хорошо рассказывает этот ролик. А теперь он мне вот свежие перги перенес. Я вам просто хочу рассказать об опыте, который мы вот хорошенечко поставили. Целый год мы кушали эту пергу, в прошлом году записывая. До этого у нас выпадало ее совершенно немножечко попробовать, потому что, ну, она дорогая на базаре, там 900 рублей килограмм. А тут вот у нас нашелся друг, который нам подешевле все это делает, и поэтому на такое случилось. Ели мы все, мы с матушкой ели. Наш внук Санек ел, его родители кушали, Ксюша, наш врач, потребляла эту пергу. И можем сказать только одно: никаких аллергий, никаких противопоказаний к перге, конечно, ни у кого нет. То есть все великолепно проходило. Больше того, такое вот уже к ней привыкание появилось, и такое присутствие ее в нашей жизни, что вот с утра не съешь перги, как будто чашечку кофе не выпил. На самом деле так. Еще раз показываю, что настоящая перга вот она такая. Лучше ее прямо и брать в сотах, потому что пока получается так, что на рынке тоже появились поддельные перги. То есть вот можно взять такие пластиковые соты, туда наложить все, что хочешь, потом выколотить. И такое впечатление создается, что это перга. Натуральная перга, она чуть-чуть, значит, кислит и чуть-чуть слотит, потому что там мед в ней присутствует. То есть пчелы делают для своих детишек, и для своих детишек они, конечно, уж сделают так, как им было бы вкусно, эту пергу. Ну, а я просто похвастаться. Да, да. Привезти я, конечно, сам не могу вот просто так в Москву, ну, то есть в редких случаях. Но сначала, чтобы привезти в Москву, вы вот позвоните Николаю, вот я оставлю там его телефон, и все договоритесь, то есть оплатите там как надо или еще что-то. Но на самом деле он уже начал высылать, у него появились заказы со всей России, и он высылает как-то почтой, и получается, в общем, все равно получается таким образом как-то дешевле, чем купить на базаре в большом городе. Вы там переплатите и непонятно за что. Но главное — это еще и чистота этой перги. То есть можно купить и в городе, но что там будет и какая чистота — это другой вопрос. Все, я просто об этом хотел поговорить. Спасибо за внимание. Еще раз, наша природа вам красивая, наш источник святой, который стоит у нашего дома. Ну и всего доброго, благодати. Аминь.